Основная цель проведения Всемирного дня сердца – привлечь внимание людей к сердечно-сосудистым заболеваниям. Акция «Стань героем для своего сердца» позволяет ознакомиться с работой сердца. До сегодняшнего дня сосудистый хирург Кямран Мусаев в прямом смысле этого слова коснулся сердец 13 тысяч человек. Врач также заявляет о необходимости медицинского просвещения. Заболевания сердечно-сосудистой системы чаще всего становятся причиной смерти людей во всем мире. В Азербайджане также много жертв данных патологий. Мы совместно со Всемирной Федерацией Сердца и посредством различных мероприятий стараемся привлечь внимание к этой серьезной проблеме. Чтобы следить за здоровьем основного органа человека, нужно правильно питаться, вести здоровый образ жизни, отказаться от употребления алкоголя и курения и стараться максимально обезопасить себя от стресса. Стресс – один из основных факторов, способствующий возникновению сердечно-сосудистых нарушений. Для снижения риска возникновения данных недугов следует прежде всего бороться со стрессом. В настоящее время от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно в мире умирают более 15 миллионов человек. Именно поэтому врачи предупреждают о необходимости регулярно обследоваться с целью профилактики развития подобных нарушений. Эсмира Алиева, Севинч Эминзаде, Элькин Мехтиев, CBC.